Ребята, начинаем. Все по местам. Лёр, готов? Готов. Прогоняем седьмую сцену целиком. Свет, пожалуйста. Пошел звук. Включай видео. Начинай, Лёр. Всем удачи. Уже много лет я пытаюсь понять, нахожусь ли я во власти грез или это новая мечта. Останови музыку. А скажи, иная мечта, это будет лучше. Нахожусь ли я во власти грез или это иная мечта? В 1898-м, после того, как кайзер и султан не выполнили своих обещаний, я почувствовал, что зашел в тупик. Я написал «Альтнойланд» — «Старая новая страна», чтобы доказать самому себе и другим, что мечта о еврейском государстве осуществима. В книге моей мечты сионизм победил. Проблема еврейского народа была решена, и Эрец Исраэль стала для всего мира образцом для подражания. Процветающая экономика, богатая культура, и все евреи чувствуют ответственность друг за друга. Однако реальность вторгается в любую мечту. Я знаю, что сегодня вы столкнулись со множеством проблем, растущим социальным неравенством, разрушительными последствиями длительных войн. Вы обеспокоены тем, что ждет вас в будущем. Ваша жизнь словно водоворот. Нет времени остановиться и подумать, к чему мы стремились и чего достигли. Но если вы остановитесь на секунду и сделаете глубокий вдох, вы обнаружите, что находитесь в самом разгаре великой мистерии, которую вы создали собственными руками и которая все еще далека от завершения. Я написал книгу, а вы создали государство. Еврейское государство – не литературный вымысел, а живая, развивающаяся страна, признанная во всем мире. В моей книге «Новое еврейское общество» выкупило свои права у турецкого султана. Но лишь катастрофа европейского еврейства заставила мировое сообщество признать право евреев на их историческую родину. Я и представить не мог, что просвещенный немецкий народ, частью которого я когда-то стремился стать, способен на такое. Уничтожить миллионы. Истребить. Моя дочь Труди тоже погибла. Не знаю, известно ли вам, что когда я писал свою книгу «Альтнойланд», шел спор о том, могут ли евреи вообще называться народом. Сегодня же ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что мы являемся частью Содружества наций. Так что в этом мы преуспели. Мы превратились из гонимого меньшинства в народ. У нас есть государство. Это стоило любых жертв. Мы есть, и мы будем, не только в спорте, во всем! В моем вымышленном государстве армия была не нужна. Но в жизни вам пришлось воевать. И этому нет конца. Я представлял организованную репатриацию. Каждая община направляет в Эрец Исраэль своих лучших представителей. Там их ожидают электрические плуги, развитая торговля, дома на выбор, спланированные лучшими архитекторами. Вы же были вынуждены пробираться сюда, словно воры под покровом ночи, наперекор опасности. На утлых лодках и старых самолетах, ночевать в дырявых палатках и в выстроенных наспех барачных поселках. Волна за волной, миллионы репатриантов, сказка, ставшая былью. Более того, государство Израиль. Я говорил мировым правителям: позвольте нам быть народом,
и мы будем народом, как все. Но в душе я верил, мы будем гораздо лучше. Государство, которое я планировал создать, отличается от того, в котором живете вы. Мое государство было моделью справедливого общества, открытого и прогрессивного. Хотя моя мечта все еще не воплощена в жизнь, она, безусловно, осуществима. В предложенном мной новом обществе арабы, живущие здесь, были полноправными партнерами в реализации этого социального идеала. И такой подход по-прежнему актуален. Наш народ, который столько выстрадал, будучи гонимым, должен знать, что к меньшинствам следует относиться с уважением. В государстве, которое я планировал создать, национализм не принимал радикальных форм. В нем не было места для проявления господства. В моем государстве не было профессии политический деятель. Вам удалось выработать такие формы правления, которые я не сумел до конца понять. В моей книге торжествует передовая технология. Но я и представить не мог себе такого расцвета, которого достиг в Израиле хай-тек. Самый маленький транзистор в мире, электронные изображения, другие талантливые разработки израильских компаний, таких как Amdocs, Converse, El-Op, Checkpoint. Знаете ли вы, что ICQ – это израильское изобретение? В Альт-Нойланд я сформулировал революционные научные идеи, даже не понимая их до конца. Такие как бактериология или интеграция промышленности и сельского хозяйства, потому что знал, что здесь достижимо абсолютно все. Утопия? Кто мог вообразить 100 лет назад, что посреди израильской пустыни возникнет лучшая в мире компьютеризированная система орошения? Кто мог поверить в то, что ткач из Ирана и ювелир из Йемена будут поставлять медицинское оборудование всему миру, что Израиль будет помогать слаборазвитым народам Африки? А я верил. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что сотни исследований, которые проводятся в Израиле, представляют собой список общемировых научных задач. Разумеется, я был взволнован, обнаружив, что многое из написанного мной стало реальностью. Фабрики Мертвого моря, электростанция в Хидере, Хайфский порт – все это цветное изображение черно-белой мечты. Граждане моей старой новой страны посещали немецкую оперу, французский театр, интересовались британским спортом. А в действительности местный театр ставит трагедии Шекспира на иврите. Иврит. Мертвый язык, бесполезный даже для того, чтобы купить билет на поезд. А сегодня израильские драматурги пишут на нем пьесы. И вообще, мне кажется, вам удалось создать особый синтез Востока и Запада. И это, пожалуй, наиболее яркое свидетельство того, что мы являемся таким же народом, как и любой другой. Народом со своей культурой. Сегодня я могу сказать, вы открыли мне такие горизонты, которых не достигали мои самые смелые мечты. Остановитесь на секунду, оглянитесь назад. Здесь постоянно были разногласия, терпимость не всегда торжествовала, и далеко не все начинания увенчивались успехом. Но всегда была жива надежда, и в этом нет сомнений. Все это невозможно было сделать, не веря, просто невозможно. Я заложил фундамент. Вы построили первый этаж. Однако необходимо достроить здание. Экспрессу нашей мечты нужны дополнительные вагоны. И как я уже говорил, все деяния людские были некогда мечтами. И в будущем мечтами будут. Так что, если захотите, сказка станет былью. Спасибо.
Миха, эта борода ужасно колет. Ну, что ты скажешь о нем сейчас? Он просто легенда.